Светлана Бажажина. Сказка про грустную ночь. Жила-была на свете ночь. Самая настоящая, ясноглазая, темная ночь. Красивая она была, таинственная. Темно-синие волосы развивались на все небо, а в волосах горели звезды. И луна, как драгоценная заколка, сияла серебристо-белым светом. Волшебная она была и добрая. Только вот дела. Все ее боялись, потому что рядом с ней всегда ходила темнота. По сравнению с ночью, темнота была скучной и молчаливой. Из-за этого ночь все время расстраивалась, ведь она так хотела, чтобы все ее любили и ждали. Но как только она приходила в дом, дети прятались под одеяло и укутывались так, что только одни большие испуганные глаза торчали наружу, как у тетушки совы. Однажды, шагая вместе с темнотой по улицам ночного города, ночь сказала: «Темнота, как ты мне надоела! Вечно ты всех пугаешь, все от тебя прячутся и не хотят со мной дружить». А темнота вздыхает и говорит: «Да что же мне теперь делать, если я такой уродилась?» «Не нравишься ты мне, темнота», — говорила ночь. «Толку от тебя никакого. Вон люди из-за тебя спотыкаются, на углы налетают, а потом синяками ходят. С тобой одни хлопоты. Когда ты приходишь, цветы не растут, птицы не поют и звери в норы прячутся». Послушала темнота слова ночи и поверила ей. Остановилась темнота и сказала: «Все, ночь, нет места мне в этом мире. Ты лучше одна приходи к людям, а я уйду в дремучие леса, в холодные пещеры и буду там одна жить». И побрела темнота прочь от людей в дикие места, куда нога человека не ступала. И тут произошло что-то очень необычное. Посветлело все вокруг, звезды побледнели, луна погасла, и волосы у ночи стали светлыми, почти седыми, а глаза ее стали похожи на пасмурное осеннее небо. Увидела ночь свое отражение в луже, да тут же отпрыгнула в сторону. «Ничего себе!» — подумала ночь. «Что же это со мной стало? Какая же я теперь ночь, если я все светлая?» Села на тротуаре и давай грустить. А в это время весь город от такого света стал просыпаться. Люди встали, начали на работу и в школу собираться. В общем, перепутали они ночь с днем. И такое тут началось. Собаки, кошки проснулись, птицы, люди живут, живут и не поймут, когда же им спать ложиться. А тем временем, из-за того, что ушла темнота, все сказочники и волшебники на земле перестали рассказывать ночные сказки и забыли свои секреты и волшебство. И секретов вообще больше в мире не стало, потому что их некуда было прятать. Куда ни глянь, везде светло. И такая скука на земле воцарилась. Стали люди такими несчастными и грустными, перестали спать и видеть волшебные сны, перестали смотреть на звездное небо и мечтать. Тогда поняла ночь, что зря темноту ругала, ведь именно она помогала ночи приносить людям тайны и загадки, хранить секреты и видеть волшебные сны. А еще темнота украшала ночь и делала ее очаровательной и необычной. Только не знала ночь, куда ушла темнота и где ее искать на белом свете. Однажды, мимо посидевшей ночи, проходила девочка Алиса. Это была необычная девочка с доброй волшебной душой, с помощью которой она могла говорить с ночью и видеть ее. «Не плачь, ночь! Ты закрой глаза и засни, а я отправлю тебя в дикие земли, где живет темнота, и ты приведешь ее назад». Так и сделала ночь. Закрыла она глаза, накрылась пуховым одеялом, которое подарила ей девочка, и уснула. Полетела ночь над могучими голыми скалами, над хрустальными реками, над пушистыми лесами и полями. Прилетела она в дремучий сосновый лес, в самое его сердце, в самую глубокую пещеру. И только она вошла в нее, как увидела свою милую помощницу — темноту. Обняла она ее, и тут же потемнели волосы у ночи, засияли звезды, появилась луна. Проснулась ночь, поглядела на свое отражение в луже и заулыбалась. Опять зажглись огни в городе.
Опять дети укладывались спать. И тогда ночь решила заглянуть к своей новой знакомой, девочке Алисе. Алиса уже спала в своей постельке. Ночь просочилась через окно вместе с темнотой. Алиса открыла глаза и посмотрела на них. «Какие же они хорошие!» – подумала Алиса. «Без них на земле не было бы чуда».